Так и хочется протестировать свой телефон. Ага. Бомба. Друзья, всем привет. Всем привет. Это, конечно, кайф. Люблю, трамвай куплю. Такая новая прекрасная рубрика. Хочу сказать пару слов о любви. Вы знаете, что во время войны наши чувства очень сильно обостряются многократно. Но, конечно, вы это знаете, потому что в этом состоянии войны мы с вами живем уже более 18 месяцев. И в этом состоянии, в этой войне, однозначно обостряется все. И негативные эмоции в несколько раз, да, обостряются. Сейчас пойдем. И также и позитивные эмоции. И, безусловно, чувство любви. Поэтому сегодняшнее мое видео посвящено любви. В целом. Любви к Богу, к Создателю. Любви к своей маме, к своему папе, ко всем своим родным. Кому-то полезно даже вспомнить свою любимую училку. А кто-то о ней не забывает никогда, да? Ну, в общем, в конце концов, к своим соседям и к тем людям, которые вас окружают, и ко всем гражданам и жителям Украины. Вот, поэтому это прекрасное чувство, и поэтому мне захотелось вам об этом сказать. Люблю, трамвай куплю, и когда вы будете любить в этом постоянном состоянии, не забывайте, пожалуйста, что в очень большой любви нуждаются наши хлопцы, это девчата, которые сейчас на фронте защищают нашу неньку Украину. И поэтому не перестаем, друзья, не опускаем руки, не перестаем донатить, продолжаем донатить. Там происходят очень важные моменты. В ближайших видео я об этом расскажу. И донатим, занимаемся информационной пропагандой. Хорошей, правдивой, честной. Не то, что у рашистов. Вот. Ну и, в общем, задача каждого из нас помогать и приближать победу. Насколько это только возможно, от каждого из нас. Поэтому, будь мой орач, я Самвел, украинский армянин, и представляю информационный центр КАП. Это потрясающая, очень важная рубрика под названием «Люблю, трамвай куплю». Так люблю, что куплю трамвай. Смысл поняли, да, уловили?